Сегодня 28 июля. Я вышел в лес на прогулку с ведерком. Хочу попробовать пособирать черники в тех местах, в которых мы собирали грибы. Посмотрим, что получится. Тепло, ветра нет в лесу воинам. Ой, хорошо. После работы немножко отдохнуть в лесу. Ух, заяц понесся. Здоровый такой. А вот и черничка. Маленькие кустики. Вон сколько их так много. Сейчас пойду на другие места схожу, там еще больше. Вот тропинка тружеников. Интересно, слышно, как они по этому... Интересно, как они работают. Слышно, как шуршание их не идет. Вот муравьишка тащит гусеницу. А несут они вон в тот муравейник. Два муравья тащат палочку. Давай, давай, тащи его, тащи. Нашел место, где чернички много. Вот сколько ее. Обработаем полянку. Это так самец косули орёт. Прошло немного времени. Я уже налазился по лесу. Устал немножко. Тут меня косуля облаяла. Вот. Ну, немножко насобирал. Сейчас осмотрюсь насчет клещей. И домой поеду. Вот. Немножко насобиралось. Может, пару килограмм. А может, килограмм. Ну, я довольный. Поеду делать варенье из чернички.